Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров и все пересмотреть, замедлив прокрутку многократно, возможно, стало бы ясно и явно заметно, с какого конкретно момента меня всерьез увлекла эта лента. Наверное, я бы нашел ту самую сцену, после которой эндорфины стали гулять по венам, вызывая учащение сердцебиения при каждом ее появлении в поле зрения. Должно быть, это долго копилось, как смолы в легких курящего, прежде чем я заболел по-настоящему. Теперь диагноз ясен, медики бессильны, и я все награды отдаю главной женской в этом фильме. Да, забавно, что все произошло так плавно. Наверное, так мелким песком становятся крупные камни. Хотя как именно это случилось, никогда не станет понятно. Ведь нельзя перемотать обратно. Нам не понять, как ни крути, что нами движет. Если сюжет или нет случаев череда, ради чего люди порой становятся ближе. Если порой их это путь не ведет никуда, нам не понять, как ни крути, что нами движет. Если сюжет или лишь случаев череда, ради чего люди порой становятся ближе. Если порой их это путь не ведет никуда. Если бы я мог перемотать вперед, что бы я там увидел? Я чувствовал и думал у экрана сидя, остался ли бы доволен развитием событий, не проклял бы я себя за то, что был так любопытен. Ведь в этом жанре нет ничего хэппи-энда нелепей. Тут выбор однозначный, либо энд, либо хэппи. Меня не тянет к титрам, мне бы чуть-чуть мотнуть, чтобы волнение слева так не сдавливало грудь. Оставить позади подзатянувшуюся завязку с ее сомнениями и боязнью фиаско. Было бы классно, но этот номер не пройдет. К счастью или к сожалению, нельзя перемотать.